Завтра «Крылья Советов» начнут очередной футбольный год. Первый тур нового сезона чемпионата страны пройдет в Самаре. Соперником «Волжан» станет московский «Спартак». Этот клуб называют одним из главных претендентов на золото. Не поможет самарцам гаитянский легионер Режиналь Гаро, еще не оправившийся от травмы. Остальные игроки уверены в своих силах и обещают выложиться на все 100. Понимать, что первый матч дома, это нам нужно будет играть только на победу. Мы будем выходить с полной самоотдачей, будем стараться противопоставить «Спартаку» свои самые сильные качества. Психологически внутренний климат в команде очень хороший, то есть мы вполне готовы к началу старта и конкретно к игре с «Спартаком».